Ты тут? Нет, я тебя поснимать хочу. А-а-а! Мама, подожди. Сосед звал? Ой, сейчас. Тогда же надо ворота полностью тогда открыть. Леша звал? Привет. Сейчас буду тягать. Иду. А, ну кидай. Сейчас ворота, подожди, открыть же надо. Помощник мой. Ой. Вот он порубил ветки, Саня. Декоратором ему помогали немножко. Ой. О, Зай, ну ж по машине бьешь. Надо вот эту сухую тоже принести сейчас. Да вот эту. Она большая, надо, чтобы ты ее вытащил. Такое. Ну вот лежит, Саш, которую в тот раз. Ее тоже надо убрать. Кидай на дорогу, Саш. Почти порвал. Провод видишь, да? Шнурок тонкий. Ну вот одна шка, провод электро, а под ним тоненькая ниточка. Это интернет. А ему ж не надо-то толстым быть. Нет, так я думала, ты на веточках палки. А, потом порубить. Потом? Да. А лычу когда будем пилить? Да, пойдем попилим. А эти куда ты? Кого? Ну, листики. Будем полить, а сухой, тоже полить? Не, ну, на шашлык просто, это костер. А может их на компост кинуть? Куда? Не знаю. Ну, вообще у меня куча компостная была вот там в углу. В конце. Ну, только сейчас там тоже она позаросшая. Ой, у нас же там еще ветки лежат. Да. И тоже надо будет вот этот орех, который я пилила в тот раз, тоже надо будет его допилить, убрать. Я абрикос вот этот хочу немножко, верхушку срезать, она не нужна. Мы все равно до нее не дотягиваемся. А там, знаешь, у нас фундук под абрикосом растет вкусный, классный. А абрикос его губит. Побросала как-то с той стороны. Саш, ну как смогла? Такая куча, да? Вровень с машиной, еще с учетом того, что там вниз идет. Угу. Нам если попилить все, что я хочу попилить, то и на зиму дрова не надо заказывать. А не знаешь, что ты смотри, сколько привезли, целый пору дров. Мы за зиму идет пилить. У нас еще экономно, у колена уходит три машины даже, вы, у них все в трубу летит. А. Но у нас тоже в трубу летит. Нет, у нас труба узкая, не по размеру, да? У нас же нету изгибов в котле, там прямая Хорошо, труба. Греется. По дому идет отопление, колено, а у него просто прямая труба. А, стенка греется, а, и все? Еще а как так? У него же видел, такой срач, такой же, как у нас, только два раза меньше. Ну, у родителей печку ты видел, там же стенка греется. Ну, да. Две стенки даже. Ну, да, ну, когда греется стенка, но... У них две стенки греется, две комнаты. Печка стоит на пересечении, получается. Хорошо, когда мужчина сильный. Раз, раз. Раз, раз. И все. А я эту ветку даже поднять не могу толком. Я ее кое-как дотащила.
Саша порубил тут чуть-чуть. Тут я еще снесла вот этот орех, попилили мы. Мы вообще с него начали, с этого ореха. Потом туда пошли. Пойдемте посмотрим. Видно? Темно уже, ничего не видно. Напилил, да? Это алычу, Саша. О, спилил! Куст большой, который вот тут был, а теперь нету. И вот остался пенек от ореха. Ой, все, да? А как же теперь выкорчевать его? Выкорчевать теперь надо. Его? Да. Все. Угу. Куст перешел туда. Куст перешел сюда туда, да. Все. Зато смотри, столб теперь какой хороший, чистенький. Крыша чистенькая, по крыше бить не будет. Надо будет еще спилить эту култышу ореховую. И вообще будет хорошо. Да? Смотри, даже кирпич в этом месте до сих пор мокрый. Уже неделя прошла после дождя. После ливня. Ой, темно. Ничего не видно. Всем добрый день. Я уже съездила, забрала детей из деревни. Вот. Это вот то, что мы с Сашей вчера попилили. Вот он, вчерашнее дерево. Ой, ключ не взяла от ворот. Сейчас. Видно вам? В общем, спилили все. Пусто. Саша сегодня на работе, а я пока решила... Ой, вон она. Вон она, видите, да? Вот ее спилила. Но что-то я переоценила свои. Твою мать, не ту спилила. Надо было вот эту, которая вот сюда растет. Ох, вот это я накосячила. Мучилась, спилила, да? Куда же я смотрела-то? Ладно, вот она прям как целое дерево. Надо сейчас ее на куски распиливать, потому что я ее так не оттяну. Ой. Да надо еще вот ту залезть спилить, заразу. Была на собрании, пока только в дом зашла. Попросила мальчиков чуть ветки порубить. Ну, толку от детей моих, сами видите, мало. Только насвинячили. Сейчас жара спадет, сейчас 2 часа дня, спадет жара. Вот. И выйдем, буду сама рубить. Спилила я ветку вот эту. В общем, почистили. И Саша вчера пилил, помогал. Надо теперь заниматься абрикосом и фундуком. И вот так хочу по чуть-чуть, по периметру все лишнее почистить, попилить. Сжигаю мусор. Так, перебрала немножко шкаф. Первый пошел. Дальше, что у нас здесь? Это лента свадебная. Надоело мне ее хранить. Какая-то нахрен память. С днем свадьбы, до свидания. Все, хватит, отжила свою. Пояс один. Бедненький висел. Пару раз я им пользовалась, уже от возраста струхлел. Но, честно говоря, за последние несколько лет. Дальше. Да, живя на даче, особо не понаряжаешься. Это я как-то последнее время стала наряжаться, да, Саш? Благодаря Санке, наверное. И вот этот поясочек тоже уже от времени стухлел. Вот он начал сыпаться. Так, вот так видно. Вот так лучше видно. Вот он начал сыпаться. Все, ну куда его носить? Все, в печку. И пульт. Бойлер мы поремонтировали, переделали на механический. Пульт к нему теперь не нужен. Пытаться продать его на Авито или Юле даже не буду пытаться. Нет смысла. Я не могу продать более хорошие, более стоящие вещи. Поэтому этот пульт тоже летит в топку. Все, ну и все, здесь остался мусор. Забыла. Круг. У детей куча причиндалов для пляжа, просто чересчур много. И вот этот круг, мы решили его даже никому не отдавать, потому что он не плавает, он переворачивается все время, за него невозможно взять. Внешне он красивый, это машинка. В общем, сожечь или вывести его? Вывести? Ну, значит, все, вывести. Сжигать тогда не буду его. Вывезу. Блин, ну а... Ладно. Все. Сам меня научил. Говорил, горечь, все. Печка топится. Тепло дает. Все, вывозим, значит. Забыла. Самое главное, забыла. Когда-то, бывший муж принес карту Советского Союза. Зачем-то. Не знаю, зачем. Карта Советского Союза. Да она намокла, она в плесени. Там еще один, а. Саш, ну она в плесени. И куда ее, в доме хранить? Можно, не дай, хоть посмотрю на него. Господи, а, я думала, сожгу сейчас. Ё-моё, а. Давай, нет. Можно, я буду выходной раскрою, пожалуйста. Да не хочу, чтобы она стояла 2 дня, пожалуйста, давай раскроем.
Давай раскроем, сами посмотрим, людям покажем. Я ее уже видела. Да просто как-нибудь доставай уже. Газету эту, ну зачем тебе? Ты ее порвал. Порвал карту. Оторвал. Ну, надо было газету рвать, я же тебе говорила. Все? Я расскажу, блин. Нет, там какая Советского Союза, это просто обычная карта. Да не знаю, это 80 каких-то годов карта. Со времен Советского Союза. Вот, смотри, тут даже написано. Главное управление геодезии при Совете Министров СССР, Москва, 1983 год. Она старше, чем я, на целых 2 года. Старуха. Старуха. Вот она и вся любовь. Все, сжигаем, посмотри, она вся в пятнах. Ты видишь, что с ней? Ну, сжигай. Ну а что ты же скотчем нибудь засунул? Ну, да не, какая. И в библиотеку ты ее не сдашь, Саша. Она... Уже, да, уже... Нет, так у нее какой. Я хотел, она, чтобы она меня отправилась. Чтобы тебе было не жалко, все, удовлетворился. Это судьба. Могу сказать,